Всем привет! Сыр нарезаем на пластины шириной примерно 3-4 мм. Волнистым ножом вырезаем елочки. Можно использовать формочку. Выкладываем обжаренные грибы с луком, одно яйцо и сыр. Добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. Выкладываем готовую начинку в тарталетки. И аккуратно втыкаем сырные елочки. По желанию украшаем икрой или икорной закуской. Вот такая быстрая, очень вкусная новогодняя закуска у нас получается. Грибы прекрасно сочетаются с сыром и яйцом. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю праздничную закуску розочки, которая будет великолепно смотреться на вашем новогоднем столе, а готовится совсем легко и не потребует много времени. Вырезаем из хлеба кружочки. Если нет специального кольца, можно использовать обыкновенный стакан. Слегка обжариваем на сковороде. Намазываем сливочным сыром по бокам и сверху. Обсыпаем в измельченном укропе. Кусочек огурца трем на терке для корейской моркови. Выкладываем полученную соломку на бутерброды. Из любой красной рыбы делаем розочку. Выкладываем наши цветы в гнезда из огурца. Наши чудесные бутерброды готовы, можно подавать к праздничному столу. Кому понравилась идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быструю праздничную закуску елочки. Получается необыкновенно вкусная, сочная и будет просто великолепно смотреться на вашем новогоднем столе. Для закуски нам потребуется 50 грамм ветчины, половинка сладкого перца, нарезанного кубиком, 3 столовых ложки кукурузы, измельченный лук, укроп, 1 яйцо, 1 столовая ложка сливочного сыра и большой огурец. Выкладываем в тарелку ветчину, кукурузу, сладкий перец, яйцо, измельченную зелень, 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 столовую ложку сметаны или майонеза. Солим, перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Начинка получается очень вкусная и яркая. Огурец нарезаем кружочками.
с обоих сторон, так, чтобы получились разного размера кружочки. Распределяем их по 3 штуки на каждую елочку. Не забываем все кружочки посолить. Выкладываем на каждый кружочек по чайной ложке начинки. Теперь складываем в форме пирамидки. Таким образом у нас получаются елочки. Выкладываем их на тарелку. Сверху добавляем еще немного начинки и украшаем кусочками сладкого перца, а также петрушкой или укропом. Наша закуска елочки готова. Получается необыкновенно вкусная, сочная. Перец великолепно сочетается со сливочным сыром, яйцом и кукурузой. А на столе она смотрится по-праздничному.